Всем привет! С вами я, Борька. В общем, смотрите, тут ребята вот такие вот живут. Товарищи, привет, привет. Они на самом деле здесь живут очень давно, это магазин «Магнит». Что-то на Стамгородске, да ведь? Нет, Северодвинская. Стамгородске там дальше. Вот, пересечение будет. И вот такие вот славные ребята. Смотрите, действительно они славные. Они живут здесь вот, на этом магазине. Раньше я жил просто в этом районе и достаточно часто заходил. Вот, посмотрите, да, как лени замечательные. Покупал им сосисочки, чем я сейчас, собственно, и займусь. Вот, самые дешевые какие-нибудь поганенькие сосиски, которые, в принципе, никто есть не будет. Но им-то это здорово. Тем более зима, холодно. Он, посмотрите, там второй сидит. Это очень приветливый такой парень, да? Они никого не трогают. Они никому не делают больших проблем. Конечно, тем людям, которые собак боятся, допустим, да, как-то опасаются, возможно, сыкотно заходить в магазин, но ребята просто светятся, на самом деле, более-менее здоровьем. Я еще раз просто подсяду, посмотрите, насколько приветливый парень. То есть, вполне забавный. Пойдем ко второму подойдем. Он, конечно, выглядит посерьезнее немножко. Да, но он тоже вполне себе хороший парень, это вообще прям огонь. Так что вот, я к чему, собственно, этот видос? Я к тому, что, товарищи, если вы где-то видите собаку и у вас есть лишние там 50 рублей, как бы не поленитесь, подкормите, не стоит гонять собак. Да, видите, люди проходят, они ничего плохого не делают. Вот так вот.